Шымкенте прошел спортивный конкурс «Шымкент Батыр», в котором приняли участие 14 спортсменов города. В борьбе за звание самого сильного соревновались молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, а главными критериями отбора стали выносливость и физическая подготовка парней. Тахир Даурбаев с раннего возраста занимался тяжелой атлетикой, но к этому турниру специально готовился несколько недель. Ну, ребята, конечно, сильные есть. Есть и стронгмены, есть и пауэрлифтеры, которые, в свою очередь, очень сильные ребята. Ну да, есть, почему нету? В любом случае, всегда есть конкуренция. Какова твоя вероятность, что ты станешь шимкенским батыром? Как думаешь? Финал все покажет. Состязания прошли в три этапа. На первом участники должны были сделать отжимания на брусьях с гирей весом в 32 килограмма. Лучший результат в этом виде показал Фурхат Раимбердиев, который сделал 33 жима с гирей. Далее задание сложнее. Участники должны были перекидывать покрышку грузового авто весом 200 килограмм. Большинство участников с задачей справились на отлично. У нас в городе есть знаменитые спортсмены в разных силовых направлениях. Это пауэрлифтинг, бодибилдинг, тяжелая атлетика, стрит-воркаут, кроссфит. Но для них нет было площадки, где они вместе, каждый из разных дисциплин, смогли бы помериться своими силами. И у нашей компании «Басхарол» появилась такая идея организовать это мероприятие. И завершающим упражнением для силачей стало поднятие штанги весом в 50 килограмм. Спортсмены должны были за минуту сделать как можно больше толчков. В итоге звание самого сильного Шымкент Батыра завоевал Фурхат Раимбердиев. Второе место занял Тахир Даурбаев. Третье место у Дмитрия Ермоленко. А победителей наградили денежными призами. По словам организаторов молодежной компании «Басхарол», в планах провести состязание на выявление самой спортивной девушки Шымкента.